Здравствуйте, перед вами дизельная тепловая пушка Redwerk RD-DHI-50W. Это мощный передвижной обогреватель непрямого нагрева, вырабатывающий до 50 кВт тепла. Подходит для жилых и нежилых помещений, стройплощадок, цехов, складов и теплиц. В отличие от младших моделей, оснащен дополнительным рамным усилением, придающим жесткость конструкции. Высокий КПД достигается за счет усиленного топливного насоса и форсунки датской фирмы Danfoss. Воздухообмен модели 2000 кубометров в час при расходе топлива в 4 кг в час. Топливный бак большой, вмещает 68 литров. Регулируемый термостат позволяет задать температуру нагрева от 0 до 55 градусов. Цифровой дисплей отображает заданную температуру и текущую температуру в помещении. В случае перебоев в подаче электроэнергии пушка автоматически отключается. Среди других преимуществ – прозрачный топливный фильтр, обрезиненные колеса и приспособление для сматывания кабеля.